Опасный вирус распространяется молниеносно. Заразившись, животное погибает в течение нескольких дней, при этом заражая здоровых особей. Вирус не поддается лечению. Единственный выход – уничтожение поголовья. Специалисты утверждают, для людей данный вирус не опасен. Он поражает только животных. Ввоз зараженных территорий Молдовы и Украины запрещен. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения африканской чумы. В связи с вспышкой в Саровском районе данные ограничения будут продлены на ряд товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Сроки действия данных ограничений будут формироваться в соответствии с ситуацией. Обязательный, теперь более строгий контроль проходит все мясо, реализуемое на рынках республики. По словам Андрея Весловского, редко встречается привозное мясо. Большинство – это продукция местных производителей. Но в целях профилактики некоторые меры все же предпринимаются. Введены усиленные меры по контролю за реализацией продуктов, являющихся с высоким степенью риска перезаражения данным заболеванием. Предприятия, занимающиеся выращиванием восприимчивых животных, переведены на закрытый тип содержания. Специалисты утверждают, случаи исключены, однако в целях безопасности советуют не покупать мясо в местах незаконной торговли. Действие ограничительных мер будет определяться в соответствии с эпидемиологической ситуацией в соседних странах.